Вы чё? Ну они, может, тоже пошли в туалет? Да? Им нужно вырубать. Трафик экономит. Да. Не надо так. Что-то решился со спасибо. Я удобно. Да. А, до ножки греешь? Ну ладно. Так, Г14. Г14. Настало время побегушек рыцарями. Т-45. Не, побегушки рыцарями, это же жду приказаний. Жду приказаний. Блин, надо в ту упорту версию как-нибудь будет сыграть. Какую? Герой стрима кто? В обычную. Пока нету героя стрима. Никто. Ну, кстати, этот Сергей нормально сыграл, можно. Ну, он же не выиграл. Ну, вообще, на общем фоне, конечно, он хорошо играл. Уф, я готов потеть. Гол Кирилла героем стрима. Я не готов потеть. Кирилла? За счет чего? За то, что он нафидел больше всех? Че, Вадим, готов к изи-катке? Ну, инфорсера нет, поэтому. Инфорсера нет, да, это уже хорошо. Но уже но ФФА, так что... А где я? Я не понял. А, вот только сейчас. Ёпрсты, у меня бараков нету. Фига, у меня вот почти целая территория есть. Вот движуха скучная. Вот именно с 50-го. Мне тоже скучновато, если честно. Ах ты. Лотер. Да, да. Ах ты, соломучка. Да, да лол. Да, да. Чего да. надо? Да. Дело есть. Да. На нас напали. Помолись перед смертью. Чего надо? Дело есть. Да лол, конечно, вообще на убой тут самое время. Что там? Играть. Да, я, короче, уже ужасно начал. Время не ждет. Не, я начал в плохом месте, но у меня тут просто три барака было на той территории из четырех. Поэтому, ну, глупо было не начать здесь, наверное. А я просто на убой. Лол. Магия принадлежит мне. Закельталас. Ну, вроде нормально. Время не ждет. Всего-то? Ну, что там? Чувак. Рекомендую тебе не уничтожать следующий свой пак, я уже выиграл здесь. Да, да. Жду приказания. Ну зачем второй-то пак сливать воинов-то, чувак? Я построил сильного. Не умеет проигрывать. Чего? Не умеет проигрывать человек. Истинно так. Ну зачем, блин, я не понимаю, у тебя есть еще 10 голды. Ой, лол, тут еще и шпили, ёпрсоте. Короче, я проиграл, походу. Да, ну. Быстрый ты. Да. Приказывайте. Дело есть. Да. Дело есть. Ваша светлость. Чего надо? Ваша светлость. Дело есть. Заметано. Ага. Будь сделано. Может, захватим, чувак? Будет. О, нормально. Так. Ваша светлость. Смотрю, Вадима чисто из-за его болтовни. Да. А честь. Как же скилл? Как же скилл, да. Сейчас мне тут придется с двумя... Вадим, тебя очень просят поиграть в ход, а то уже ждет. Не ну, будет, вот сейчас я буду. Сейчас я буду играть в ход. Я сделаю это. Ну, я сейчас пытаюсь, конечно, скиллом тащить, ну как бы, блин. Макса ничего не остановило, что у меня два среднеарморных пацана. Ваша светлость. Там Мишка какой-то захватил. Так, ну что, нормально вроде более-менее. Истинно так. Ну, конечно, а ты шел там дрался? Нет. Там какие-то вообще странные вещи творит. Я секунда в секунду успел захватить. Истинно так. Че, здесь тоже кто-то дрался? Так, пацаны, давайте, давайте, тут не надо. А то еще народу я тут точно не осилю. Блин, здесь была драка, офигеть, я в какой-то горячей точке, блин. Жду приказаний. Будет исполнен. Да, но я там захватил вообще калькейтед, калькейтед. Здесь среднеарморные пацаны, хорошо, и немножечко лучников. Стерлинг Арчер. Ваша честь. Так, коня, давайте. Коня мне запили. Будет исполнен. Так, а ты конь чуть подожди. Ой-ой-ой. Там драка. Угу. Так, ну что, здесь мне предстоит сражение с еще одним пацаном. Но надеюсь, мы его сомнем. Приказывайте. Ваша светлость. Офигеть, конь, ну. Конь, ну я ж тебя учил. Ты должен в драку идти. Ты 5 голды стоишь, конь. Нормально, я здесь не потратил всю голду.
Эй, конь! Чёрт, конь сдох. Ну пофиг. Ваша светлость. На нас напали. Ваша честь. Там оранжевый что-то. Ваша светлость. Так. Приказывайте. Ну, здесь давайте уже. Жду приказаний. Жду приказаний. Офигеть. Ваша светлость. Приказывайте. Ваша светлость. Текс. Я сделаю это. Ваша честь. Ну так а что я сделаю, если ты у меня под боком? Заигноришь его, оставишь в тылу. Да. Так же сильные пацаны делают. Жду приказаний, жду приказаний, жду приказаний. Зато без этого. Светлость. А вот вообще пипец, я не знаю, как бы я уже хотя бы этот нормальная игра будет хотя бы с точки зрения людей, которые я здесь, которых я здесь убью. Ваша светлость. Нравится. Мне подвластна магия. Ваша честь. Я здесь. Сделаю. Да, милорд. Я сделаю это. Видишь твой подход? Ваша светлость. Так, коня отдайте, полцарства. Мне подвластна магия. Я жду. Так, а этих давайте сюда отправим. Я жду. Вот так вот. Ваша честь. Хотя, может, всех заюзать? Ваша светлость. Да, мило. Ваша честь. Ваша светлость. В чем дело? Приказывайте. Пора в путь. Блин, не знаю, что я тут. И давайте здесь все-таки вернем часть ребяток вот сюда. Ой, Макс, что ты творишь, а? Конечно, писец, что ты на меня вообще нападать решил? Макс. Ты на кого батон крошишь? Чем могу помочь? Так. Так, подожди, пацаны. Не время для игр. Да будет так. А вот теперь время. Вроде как нормальная напал. Здесь еще может что-то... О, конь еще есть. Зашибись. Ну, конечно, с такими боевыми действиями запаришься. Все. Все мое. Зашибись. Димана я еще... Это какой... Пацаны в это, на стримчике, считайте, какой это человек, которого пришлось чемануть. Какой человек это со стрима? Да, мой друг. Я жду. Сначала я дрался с двумя, со шпилей и еще с одним. Приказывай. Поторопись. Чем могу помочь? Передаем привет маме, да, у которой день рождения. Я теряю терпение. Лексах. Если правильно прочитал. А если неправильно? Если неправильно, то нет. То не у него мама сегодня день рождения. Да. Строим здесь майнворкеров. Надо бы сбегать, посмотреть, что здесь. А это обычные майнворкеры, да? Ого! Пора убивать. Чего надо? Чем бы заняться? Время молодо. Чем могу помочь? На нас напали, ваша воля. Да будет так. Офигеть, меня здесь захватили. Вот это поворот. Блин, у меня здесь только бомжи какие-то. Меня. Я жду. На нас напали. Я жду. Ну что, я жду. Поймал? Я жду. Я это жду. Все? Я жду. Забавно. Неплохой план. Ух ты, гад. Так, не, ладно, забавно. Пока сюда отступим. Че, а здесь мы... Блин, а че вы сюда-то не сходили, пацаны? На нас напали. Что прикажете?
Ваша честь. Полуросликов. Фига он сказал. Не знаю, по-моему... Всегда, я вообще-то сейчас не там стартанул, я просто туда быстро дошел. Ты там быстро дошел куда-то? Нифига ты даешь. До полуросликов. Везет тебе. Так, ого, у меня тут войск. Нормально, оказывается. Блин, я сдал барак просто как дешевая женщина. Наверное, двух всадников отвел. Здесь есть кем щемануть? Блин, ну ком не получу. Нормально, здесь мы его истощаем неплохо так. Чего надо? Неплохой план. Да, мой друг. Так. На нас напали. Э, а чё, может, подеремся? Ну что, поймал? Чем могу помочь? Так, мне нужен быстрый вот этот пацан. Только более фул хпшный. Ого, тут уже Дима. Под боком. Неплохой план. Да, мой друг, чего надо? Все выгоняют. Бедняжка-то какая. Опять ты. Чем могу помочь? На нас напали. Да, мой друг. Приступай. Так, а здесь у нас Красопетус. Ну что, поймал? Ух ты. Чем могу помочь? Это все. Я жду. Я жду. Я жду. Я жду. Я жду. Я несу исцеление. Гондор никому не дашь. Жду приказаний. Жду приказаний. Какой молодец. Жду приказаний. Жду приказаний. Самая полезная земля. Жду приказаний. Жду приказаний. Ну что, мне сейчас с тобой драться или пойти по своим делам? Ну я не знаю, как ты. Ну ты будешь нападать? Ну нет. Ну тогда я по своим делам. Так. Дел полно. Чего? Его надо. Я говорю, есть чем заняться. Только противник еще хватает. Да, мой друг. Это все. Чем могу? А мы можем с тобой потом чисто, ну, все на все подраться. Ну, все на все, ты знаешь, насколько это уныло. Насколько что? Чем могу помочь? Ну, довольно уныло все на все, потому что, ну, ладно, посмотрим, как пойдет. Чем могу помочь? Чего надо? Это все. Красопетус тут. Уйди с моста, чувак, ты серьезно? Может, ты уйдешь с моста? Чего надо? Здесь у меня прям блицкрик. Да, мой друг. Опа, опа. Чувак, забей, забей. Я вообще ничего, я как бы. Я мирный. Моя жизнь. Пока. Пока вот эти войска не придут. Неплохой план. Я вообще мирный. Да, мой друг. Чего надо? Можно здесь еще этих штамповать. Эй, черт, они все равно достают. Офигеть! Что-то, где я, там, блин, постоянные какие-то эти дичи. Просто пришел, тут уже все дерутся, короче. Надо, нормально, окружили. А здесь мой отряд убили, что ли? Да, мой друг. Чем могу помочь? Приступаю. Повернусь. Вашему. Да, мой друг. Так, давайте этих здесь запрем. Чем могу помочь? Да. Да, мой друг. Повернусь. Да будет так. Чем могу помочь? Вашему. Так, тебе личное задание. Да, офигеть, он здесь отстроился. Ты.
А я там уже подзабил на него, думал. Все, победа. Моя жизнь, моя жизнь. Да, мой друг. Приступаю. Вашему другу. Повинуюсь. Приступаю. Вашему. Так, что здесь за... Чем могу так, ладно, понятно, он здесь ушел. Тылы ему подчищаем. Ты какой-то сильный чувак. В общем-то, вот этого построим, и все будет норм. Давай, стройся уже. Так, здесь взяли. Зашибись. Ворота открыл сам. Блин, он здесь сейчас возьмет. Ну ладно, бери я. Я пока все остальное захвачу. Чего надо? Неплохой план. А, он вообще сюда, что ли, пошел? А, 5 секунд. Ой, черт, успел. Ну что, поймал? Веди мне забыл, как холяна низко. Жду приказаний. Да. Ёпрысты. Короче, сразу на будущее. Чего надо? Опять ты? Чего надо? Грант такой, нет, я не хочу с вами иметь ничего общего. Это твои идут, да? Да. Так, я не понял ничего. Ну ладно, я здесь построю. Тьма зовёт меня. Чувак, ты чё, войска лишние? Опять эти забеги всадниками, блин. У меня не всадниками, но забеги. Не всадниками, забеги не так страшны, в принципе. Походу, он сейчас к тебе пойдет, кстати. А кто у тебя бегает? Ну, ты его не видел, наверное, еще розовый. Ну да. Может, войны лорда Рона? Я думаю, какую-то необычную карту сыграть сегодня на стриме. Что тут этот? Ну, не знаю, какую. Потому что не хочется с нуля что-то осваивать задротское, а не задротское, обычно скучное. Вот эти вот лорды Рона. Я не знаю, что это такое. Офигеть здесь чувака. Жесть какая. Я занят. О, здесь я особо без боя взял. Так, офигеть, походу тут пора отвезти пацанов, хоть это и бесплатная армия. Так, твоя катапульта запарила. Надолго будет убивать, конечно. Так, ну чё, ведем сюда войска, ведем. Ёпрыстая, а тут этот чел отстроился. Изерадор. Проще простого. Говори. Анду Фаладор. Жду твоего приказа. Да, мой друг. Воу, вот это такая нормальная тема. Ну, блин, как же эти писи забили? Ну вот, чувак, ну ты ж проиграл уже. Ну вот, вот что ты хочешь сделать? Он хочет победить. Вот как? Каким образом? Ты думаешь, что хватило у меня там не территории? Ты победишь. Я думаю, оранжевый может ему рассказать. Вадим, мой эльфофарм, если нет, да, спасибо, вон она уже идет. Серьезно, блин. Давай таких не звать нафиг вообще. Ну ты задолбишься таких не звать. Ну не знаю, с другой стороны, ему скучно. Ну ему скучно, блин. Нам мешает. Хотя, ну ладно, с другой стороны. Блин, пипец, меня тут голубой в итоге пробивает. У него, кстати, дофига всего. Вот просто я не знаю, что с этим делать, ну, как бы как это остановить. То есть он бегает и бегает. Ну, как я тогда строить кучу? Ну, а вот кучу чего? Если он просто бегает. Не знаю. У меня тут проблемы. Хорошо. Вписываю. За ним тут такая вереница. Так, где хоть кто-нибудь, пацаны? Войска. Лол, здесь мои вообще земли, не мои. Почему у меня здесь никого нет? Вот, фигать.
Это блин, забыл про этих пацанов. Ёпрасте. Теперь у меня забеги всадниками. Да, это он, не знаю, просто бегает, по-моему. Так, у меня тут ничего не захватил. Вроде все на месте. Я несу. Так, офигеть. Ёпрст, у меня тут драка началась, а я там контролю, типа... Ё-моё. Здесь специальная такая площадочка для таких случаев. Да лол. Алло. Может, сюда встанем, будем стрелять на халяву? Просто и здесь всадники эти бегают. Я лимита слил, конечно, вообще нормально. Есть у меня войска еще где-то? На нас напали. Опять ты. Да. Сейчас я столкнулся с большим количеством забегов подряд, тоже понимаю, что это бесит. Наверное, надо, да, карать. Ты знаешь, это как бы нормально, когда там ты воюешь с сильным чуваком, он типа тебе там какой-нибудь в тыл, ну, это как бы нормальная тема, да, когда у человека там 7 кома осталось, он тут что-то бегает тут своими. То есть он вместо того, чтобы пытаться как-то выжить, знаешь, ну вот, когда у него еще были там башни, он построил вот этих вот всадников специально, да, потому что, ну, когда ты пришел, всадники не очень сильные. И как бы, ну, вот чисто для этого, чтобы потом бегать по карте всем мешать. Да, так тебе. Да, я согласен. Я с одним как-то столкнулся, а тут что-то вообще много. Ну надо, да, значит, не брать таких чуваков. Всадникистов. Так, ну что, пробили, молодцы. Ну что-то пока... Пока мало кто выжил после этой битвы. А где вообще выжившие-то? А вот они. Слушай, ну я не знаю, что тут делать-то даже в этой игре дальше. Моя жизнь. Как бы мне делать больше нечего. Кроме как со мной драться? Ну да. Ну да, наверное, ты меня кильнешь. Ну нападай, чё делаешь? У меня X2 инкома. Ну да. Не, ну всякое, конечно, бывает. А тебя ещё кто-то там жив еще? Да не особо. Я не знаю, вот здесь, смотря кто, а здесь вообще кто-то левый. Да, мой друг. Чем могу? Да, у тебя больше никому сильно. Ну и в принципе не удивительно, я еще сначала понимал. Стилом я остался. Чуть я стилом-то остался. Да, у меня еще тут этот бегает. Огонь и смерть. Да вообще все бегают. У меня одновременно рядом двое пробегают. Магия будет моей. Это вроде все мое пока. Офигеть, а вы что здесь стоите? Офигеть, у тебя здесь пацанов. Где? Где вот в лесах? Блин, еще оранжевый момент у меня захватил землю. Какие новости? Не подвластна магия. Что юниты уже тупят? Меня. Это невозможно. Чего прикажете? Что твоего приказа? Быстрее! На нас напали. Чем могу помочь? Да, реально тут всадников дофигища. Ну, получается, я слил. Так-то я мог бы, может, и как-то посопротивляться, когда у меня 3-4 инкума. Мы мешали бы, да, наверное. Ну да, так у меня пипец. Что твоего приказа?
Ну да, ГГ, ладно. Так, ну чё, кто у нас? Лол, у меня Гонда Раджи. В смысле это? Давай запомним ребят со всадниками Вудвард, да? Инди. Индиора. Слушай, подожди, я сейчас дай клинком. Ну-ка. Один будет, я посмотрю, можно ливать. За Гонтер-то дают вообще? Вот у меня он вроде как весь. Серый еще бегал. Да, серый, вот. Так, Рохан. А, Вест Гондор, Ист Гондор, оказывается, есть. Ну да, сейчас... да, да, я знаю. Так подожди, кто всадниками бегал? А где граница-то этого Вест Ист Гондора? Не знаю, где-то там. Так, все. Там нету этой, знаешь, серой хрени. Не видел же. Ну сейчас я забаню. Ну Индиора вроде как это, типа, он понял намек, что да? Бесит. А Индиара какого цвета? Он ушел. Серый. Ну он у тебя там тоже, по идее, бегал, не знаю, захватал, не захватал что-нибудь. Ну, под конец, да, вроде он понял, ладно. Это надо забанить. Ну это просто пец. Тогда. Я думаю, все понимают, игра превращается в фигню какую-то. Кто еще бегал, мешался? Мне еще кто-то мешался, но я уже забыл. Смотри, давай по очереди. Красопедус, ну он нормально там играл, я с ним дрался. Мишка. Это Мишка? По-моему, Мишка тупил. Ладно, пофиг, раз никого не помню. Никого банить не буду. Ну, очень жесткий старт, конечно, для меня. То есть, конечно, я проиграл, но вначале я убил нереальное количество людей. Сначала какого-то чувака убил полностью, армия на армию. Потом армия на армию, оставшуюся армией убил Макса полностью. Потом убил... А ты с Максом дрался? Да, я его убил. Каким образом, если я с ним дрался вначале? Ну, ты когда с ним дрался, когда ты с ним общался, это уже я...